Гарри Поттер вырос и теперь стал профессором, преподает в амурском Хогвартсе. How are you, профессор Поттер? I'm fine, thank you. Кроме Гарри Поттера, обучить 50 юных волшебников тонкостям магии и чародейства собрались лучшие преподаватели со всего света. Профессор Кингсли работает здесь как представитель Министерства магии. Я нахожусь здесь, чтобы помогать детям улучшать свой английский язык, улучшать их знания. Уроки на Мухинке проходят в игровой форме. Больше всего дети любят, конечно, квиддич. На чемпионате по игре с мячами разного диаметра верхом на метле мечтает оказаться любой школьник. На уроках английского преподаватели используют особую, можно сказать, волшебную методику. Новые иностранные слова вплетают в пропевки, которые повторяют многократно, подкрепляя запоминание жестами. Каждая возрастная группа – это факультет Хогвартса. Дети зарабатывают баллы. Один из факультетов должен победить в соревновании. Многие известные волшебники вышли из Слизерина, и не все они были именно злыми. Я начала делать собственную палочку. Я улучшила свой английский. Встретила кучу новых друзей. Также улучшила свои танцевальные навыки, потому что мы очень много тут танцуем. В процессе игрового обучения юные волшебники воспроизводят различные сцены и ситуации из легендарной Поттерианы. Поют песни, занимаются спортом и танцами, посещают мастер-классы. Мы решили, что детям будет очень интересно включиться именно вот в такую игру, создать эту атмосферу включенности и за счет этого добиться погружения в языковую среду. Потому что книга британская, там чистый английский, там очень хорошая речь, очень много различных видов деятельности, которые могут... детей просто действительно вовлечь. А наша задача – помочь им разговориться. Сказка амурского Хогвартса закончится уже совсем скоро. Но детей ждут на следующие языковые смены летом. Темой предстоящих смен будут «Пираты Карибского моря» и «Алиса в стране чудес». One, two, three! Анастасия Болотина, Кирилл Захаров, «Альфа-Новости».